Неудачница. Только посмотри на себя. Да ты позорище. А, твой рюкзак. Теперь подводная лодка. Скажи ему пока. Так ее, красавчик. Что вы со мной так? Я же вам ничего не сделала. А ну отстаньте от нее немедленно, или будете иметь дело со мной. О, не трогай нас. О, нет. Будет вам уроком. Ха, ну и что ты теперь сделаешь? Проучим эту зазнайку. Трон-трик. Ну вот и все. Не шутите с русалками. Ага. Майкл, держись! Я найду для тебя аквариум! Долой с моих глаз! Ребята, не волнуйтесь! А-а-а, спасаемся! Думаю, больше они тебя не побеспокоят. О, и кстати, вот твой рюкзак! Удочерено? Правда, как круто! И я рада, малышка! Идем со мной! Трум-трик! Ну вот мы дома! Привет! А это еще кто? А? Познакомься с сестричкой. Бульк, мам, мам. Крошка, я совсем забыла. А где твои жабры? О, нет, держись, дорогая. О, дай сюда. Эй, я же ем. Скорее жуй. Ну как? О, я могу дышать. Как здорово, теперь у меня есть жабры. Спасибо. Ну и кто мне вернет мой обед? А? Вообще-то, я твоя дочь, а не эта девчонка. О. Пора обновить семейное фото. Трум-трик. Эй, что? Да ты издеваешься надо мной. Ну и ладно, кажется, я тут лишняя. Что на нее нашло? Странное. Вернемся к тебе. Трум-трик. Это список всего, что понадобится для превращения в русалку. О, здорово. Нам предстоит еще много чего сделать. Ты уже получила жабры, так что первый шаг пройден. Поздравляю. Ура! Но это еще не все. У меня идея. Давай посмотрим. Да уж, с таким лицом русалкой не станешь. А с таким? Нет, малышка, дело в коже. Трум-трик, нужно ее очистить. Прощайте, прыщи. Не попала. Ой, вау, такая мягкая кожа. А ты боялась. Спасибо, мамочка. Не за что. Давай отметим наш успех. Мы уже на шаг ближе к настоящей русалке. А действительно, очки не очень сочетаются с новым образом. Ой. Забудем о них, как о страшном сне. Сейчас нужно раздобыть хвост для тебя. Трум-трик. И аттракцион нам в этом поможет. Тут все просто. Давай я покажу. Нужно ударить по мишени и получишь приз. Отлично. Получай. Ну что? Отличный результат. Давай еще. С радостью. Два попадания. Ты же моя умница. Ага, посмотрим, как ты справишься теперь, мамина выскочка. Осталось попасть всего раз. Это последний раунд. Ой, а что с моим молотом? Он сдулся. Ну как? Ой, горе-то какое. Мне тебя так жаль. Не стать тебе русалкой, бедняжка. Погоди, думаю, ты справишься и с трезубцем. Да вы издеваетесь надо мной. Как же ее остановить? О, придумала. Это ее точно остановит. Ха-ха. Помогите! А? Как это произошло? О, Оливия! Оу, я хотела поддержать сестренку. Вперед! Она у меня со странностями. Трум-трик! Ура! У тебя получилось! Как здорово! Как же я за тебя рада! А вот и твой приз. Посмотрим, а? Это просто невыносимо! Надеюсь, он тебе подойдет. Ты готова? Ух ты! Да это же особое зелье! Тебе повезло. Вау, скорее бы попробовать. Всего пару капель, и твои ножки превратятся в хвост. Трум-трик. Ничего себе, какой блестящий. Да, тебе попался редкий. Как круто. Просто отлично, мы выполнили еще один пункт. Теперь ты еще больше похожа на русалку. Можем переходить к следующему этапу. Это мейкап. Фу, серьезно, я готова. Отлично. Трум-трик. О, какие прикольные пузыри. Ой, их так много. О, вау, да тут еще и косметика. Поймала. О, и еще. Кажется, тут все, что нужно. Ты абсолютно права. Пора сделать из тебя красотку. Не переживай, я в этом профи. Сперва рисуем чешуйки, затем тени и стрелки.
Ну и, конечно, немного блеска для губ. Вау, здорово! Ну что, идем к списку. Теперь ты сдвигай фигурку. С радостью! Мы отлично справляемся. Оу, кажется, у нас гости. Не хочешь немного поиграть? Держи. Ой, мы будем их ловить. В точку. Сейчас ловлю. Эй, постой. Не убежите. Пора остановить эту сладкую парочку. Как далеко зашли. А что же делать? О, знаю. Ты звала? Окта, нужна твоя помощь. Мы должны им помешать. Забери у мамы трезубец, без него они бессильны. Сразу же неси его мне. Тебе все ясно, а? Яснее некуда. О нет, возвращаются. Где моя сумочка? О, вот же она. Отлично. А? Окта, это наш шанс. А? Что это? Вот ты и попалась! От меня не убежишь! Трум-трик! Эй, прекрати! Хочешь поиграть? Реши вот это! О, шутишь? Я соберу его в два счета! Смотри и учись! Это налево, это назад! Ха, и теперь сюда! Оу, я запутался! Так я и думала. А за нападение на русалку тебя ждет арест. Нет! Сопротивление бесполезно. Прошу, отпусти. Не может быть. Окта, как ты мог? Думаю, это больше не понадобится. Ты... Оу. Мамочка, я всех поймала. Ой, пора бы подумать о твоей прическе. Идем. Это как раз наш следующий пункт. Знаешь, эти косички никуда не годятся. Это нужно исправлять. Давай подберем что-то подходящее. О, выглядит очень интересно. О, а можно мне такую прическу, а? Конечно. Мастер Окта совсем справится. Привет. Не зря же я тебя выпустила. Я вас не подведу. Ого, я еще не видела парикмахера-осьминога. Вообще-то я барбер. Все будет по высшему разряду. Я в этом деле съел рыбу-собаку. Не зря меня называют Дайсон. Отлично. О, как здорово. Спасибо тебе огромное. О, всегда рад помочь. Пока. Как же круто. Я отмечу. Теперь у меня крутая прическа. Я на шаг ближе. Вау, ты видела? Конечно, дорогая, ты самая красивая. Давай покажу фокус. Выставь руку. Трум-трик. Ух ты, здорово. Спасибо, мам. Для тебя только лучшее. Поиграй пока, она такая чудесная. Оу. Теперь нам нужно найти для нее корону. Поищу в интернете. Посмотрим. Это не то, это тоже не подходит. А вот это просто идеальное. Где мой кошелек? Ой, только не это, всего одна ракушка. Да уж, этого не хватит. Ай, не хочется ее расстраивать. О, ребята, помогите мне, пожалуйста. Если вы поставите лайк, я куплю корону. Ну, пожалуйста. Отлично. Не хватает еще совсем немного. Поставьте лайк. Давайте поднажмем еще чуть-чуть. Трум-трик, доставка. А, вы ко мне? Ваш подарок доставлен. А, серьезно? Приятного плавания. О, ну ладно. Ого! Да это же та самая корона. Как здорово. Малышка будет рада. Спасибо вам, ребята. Эй, откуда тут это? А ну, отпусти. Попалась. Не отпущу. Я не дам ей стать русалкой. Можешь не стараться. Хватит. Не надо. Я ее не удержу. Сдавайся. Она будет моей. Ты у меня на крючке. Ну уж нет. Я не оставлю малышку без короны. О, что? Как это возможно? О, удочка. Фу. Эй, сундук хоть верни. А как хорошо. Оу, а это еще что? Ничего себе. Интересно, что внутри? Не открывается. А, заела, что ли? Ну давай же, как же ее открыть? О, я знаю. Никто не устоит перед пением русалки. Получилось! Ничего себе! Сколько тут всего! Привет! Кстати, я раздобыла для тебя корону. Ого! Ничего себе! Как здорово! Спасибо тебе! Давай отметим! Смотри, как мы далеко прошли, а? Я всего лишь в паре шагов от того, чтобы стать русалкой! Класс! Умница! Теперь нам нужен топ! Да уж, это никуда не годится! Что же делать? О!
В этом сундуке найдется кое-что подходящее. Смотри, мне кажется, тебе пойдет. Немного сноровки. Ага, и топ готов. Вау, ты просто невероятна. Как насчет украшений? Думаю, они будут тебе к лицу. Подожди немного, я покажу один трюк. Трум-трум-трик. Готово. О, ничего себе, как красиво. Я старалась. У совершенства нет предела. Как насчет добавить ракушек? Ну, просто прелесть. Примерь. Ничего себе, мне очень нравится. Дай посмотрю на тебя. Выглядишь сногсшибательно. Да я сама себя не узнаю. Так здорово. Как же я рада, что тебе нравится. Трум-трик. Мы все ближе к нашей цели. Проклятие, как же им помешать? О, точно, я придумала. Это остудит их пыл. Больше ты не будешь мешаться у меня под плавником. Сейчас будет громко. Эй, Оливия! Это не твое. Кажется, ты уронила. О, зачем ты ее достал? Она же сейчас взорвется. Окта! От тебя никакой пользы! Ты разрушил все мои планы! Кто это? Вот, это все русалка! Она нас обижала! Она превратила моих друзей в краба и осьминога! Накажи ее! Вы обо мне? Что? Я тут ни при чем! Она вам врет! Я тебя поняла! Пожалуйста, не надо! Не делайте этого! Слишком поздно! Отпустите! Пожалуйста! Так ее! Вы самая крутая учительница! Давайте краба! У тебя уже есть один. Иди отсюда. Кажется, я тут застряла. Дорогая, трезубец, это очень серьезно. Поэтому это самый последний пункт. Чтобы его получить, придется построить дом русалок. Я нарисую план дома и построю его для тебя. Следи внимательно. Вот. Ага. Проект дома готов. Осталось найти материалы. Оу, что это за шум? Какой кошмар! Кто так шумит? Это просто невыносимо! Эй, а это еще что? Ну все, меня это достало. А, сейчас я с ними разберусь. Подожди здесь. Немедленно прекратите! Привет, малышка. Хочешь мне помочь построить дом русалок для моей дочери, а? Да, очень хочу. Подводное королевство – лучшее место для постройки. А только взгляни, трум-трик. Можем приступать к постройке. Держи. У меня будет свой замок. Это будет самый красивый дом в океане. Фу, это не так уж и просто. Я справилась. Оу, ты вместо стен руки красила? Найди, где умыться, а я помогу. Высушим краску. Эй! Кажется, я немного перестаралась. А ты неплохо поработала. Теперь соберем каркас. Готово. Что дальше? Думаю, пора переходить к башням. Идеально. Подготовим материалы. Я могу помочь? Конечно, малышка, держи. А теперь вперед. И аккуратней с пальцами. Как лучше? Попробуй так. Ок, я переоценила ее таланты. А вот и башни. Ого! А когда ты все успела? Ладно, беру свои слова обратно. Так, не стой под стрелой и трум-трик. Готово. Как насчет украшений? Не хочу, чтобы ты случайно упала. Я на месте. Не подашь мне ракушку? Что? Я же до тебя не дотягиваюсь. Глупая ракушка. Оу! Кому-то жить надоело? Шо? Хочешь драки? Эй, ты чего? Я не хотела, ну прости. Отстань. А за угощение? С этого бы и начала. Вкуснятина. О, да, деликатес. Теперь мы друзья. Что я забыла? Эй, ты притянешь его или нет? У меня уже хвост затек. Мы хотим украсить башни. О, я тебя понял. У меня есть кое-что поинтересней. Русалка, лови. Ух ты, это то, что нужно. Отматываем нужную длину. И, конечно, ракушки. Мы суперкоманда. Она пропала посреди своего дня рождения. Я все обыскала. Окей, мэм, я найду ее. Как-то много детей пропало за один день.
И за что им платят? Минутку. Кажется, это она. Скорее, откройте камеру. Это она. Скорее, откройте. О, заходите. О, малышка. О, ты кого малышкой назвала? Вроде неплохо. Крошка, иди ко мне. Как насчет пары окошек? Да, их не хватало. Хорошо, тогда можно заняться вырезанием рамы. А можно мне? Ура! Как здорово! Это так просто. Главное не обжечься и идти по контуру. О, а у меня получается. Готово, просто идеально. А теперь покрасим. В моем королевстве будут иллюминаторы, как на подводной лодке. Я прирожденный строитель. Ну ничего себе, как красиво. Можно помочь с декором? Ладно, я тоже в деле. Теперь твое окно будет похоже на спасательный круг. Ха, как здорово. Ну что, примерим? То, что надо. Мне очень нравится. Ку-ку, а вот и шторы. Мы ничего не забыли, а? Осталось еще окно. Привет, вам помочь? Тем более я так проголодался. О, этого нам не хватало. Может, воспользуешься пилой? Интересно. Такого я еще не ел. А, он серьезно. Ну и помощник. Эй, краб, не порть инструмент. Иди. Доверьте это профи. Да, так уже лучше. Та-дам! Держи. Ого, вот это мощь! Оу, осторожнее, это отца. Замечательно, и трезубец не пострадал. О, пузырьки, бульк, бульк. Нельзя расслабляться, нам еще столько нужно сделать. А день красоты? Ты о чем? О, кажется, поняла. Давай. Тебе давно пора было почистить хвост. О, долой старую чешую. Ого, какая красивая. О, я тоже могу собирать. Смотрите. Готовы? О, круто. Есть идея. Держись. О-о-о. А теперь день красоты для стен. Упс, не мешаю. Ха, это еще круче, чем баллончик с краской. А я собиралась ее выбросить. О, как же красиво. Я принесла игрушки. Куда их? Об этом я не подумала. Хотя у меня есть отличная идея. Подожди одну минутку. Что же она придумала? Готово. У них будет рыбополка. Куда повесим? Ха, вот и все. В общем-то, далеко не все. О, придется ловить еще рыб. Не придется. Ого! Я в деле. Трум-трик! Ха! Бежим отсюда! О, получилось! Я не слышала взрыв. Закрой уши. О, а что там? Поверь, ты увидишь. Что? Бегись! Куда же она исчезла? Дайте мне хоть какой-то знак. О, что это? Не помню, чтобы оставляла это здесь. Секунду. О, нет! Мой мейк. Теперь, думаю, их достаточно. Ура! Надеюсь, это все. Вы не видели эту девочку? Хоть кто-нибудь, помогите. О, мам, может, вы ее видели? Не припомню. Где же ты, сестренка? О, ребята, пожалуйста, напишите в комментариях, если знаете, где сейчас моя сестричка. Ладно, оставлю здесь. Именем закона вы не повесите это здесь. Это вне закона. Что за абсурд? Ладно, пойду в другое место. Клеить-то хоть можно, а? Фу, расклейка запрещена! Вам ясно? О, что за законы? Чтобы не забывали! Я больше не буду! Горжусь вами, мэм! Теперь точно не буду! Что за звук? А, кажется, отсюда! Ау! Ах, как же аппетитно. Малышка, где ты? Ну вот. Ни малышки, ни столика. Ха, это исправимо. Надеюсь, он не заметит. Моем-моем спинку. Эх, не достаю. Ну что за клешни? Кажется, придумал. Ха, так я точно достану.
Готово! Ну разве я не гений? Моем-моем спинку. Думаю, это мой шанс. Отлично! Долго он будет ее мыть? Готов? Трум-трик. То, что надо. Прелесть. Давай добавим тебе ручку. И ножку. Столик же должен на чем-то стоять. Просто идеально. Малышка, сладости, ты там? О, где моё? О, круто! Так еще удобнее. Моем-моем спинку. Какое облегчение! Эх, еще немного. А у нас есть подушки? Сейчас будут. Трум-трик. Здорово, теперь все на своих местах. Отличная работа. Ты тоже молодец. А знаешь, кое-чего все-таки не хватает. Люстры. Давай сделаем красивую в форме медузы. Добавим фатина. Держи. Будет очень красиво. Я не сомневаюсь. Добавим жемчуга. И точно, щупальца из ткани. Помоги. Вот так. Готово. Вау, ты гений. Ну разве не прелесть? Совсем как я. Погоди, только не это. Остался пустой угол. Подожди меня. Ага. Это легко могут исправить водоросли. А, как-то маловато. Это лучше любых чипсов. Ой, кажется, заметили. Ладно, у меня есть другое решение. Это тоже подойдет. Трум-трик. Какая все-таки красота! У нас самый красивый замок. Ты самая лучшая русалка. Давай сверимся с планом. Теперь можно перейти к фасаду. Как мы могли о нем забыть? Это важнейшая часть. Ей и займемся. Пошли. Магия нам поможет. Трум-трик. А вот и передняя стенка. Нравится? О, осторожнее с ней. Не буду мешать. А, ты ничего не видела. Так, это сюда? Все должно быть надежно. Мы же не хотим, чтобы стена упала. Фу, выглядит неплохо. Трезубец, теперь твой ход. Сперва начертим эскиз. Дальше сделаем отверстие для обрезки лишнего. Как ты это делаешь? Все просто. Опустить ворота. То, что надо. Оу, как это убрать? Подожди, мы можем использовать это в декоре. Как насчет добавить водорослей, а? Это будет наш подводный садик. Правда красиво? Немного удобрений. Вау, да ты волшебница. Что же еще придумать? Думаю, я тоже могу украсить наш садик. Вот так. Все любят колу, надеюсь, водоросли тоже. Трум-трик. Ого, вышло еще лучше. Как здорово. Это мне. Я это заслужила. Принес. Думаю, вам это пригодится. Что? Не могу поверить глазам. Трезубица без присмотра. Ха, теперь я стану всемогущим. О, да. Трум-трик. Make it easy, baby. Ху. Надеюсь, у меня все получится. Ну, давай же. Так... Опускайся! Давно хотел на рыбалку. А где наживка? Не задавай глупых вопросов. Да, надеюсь, все получится. Полное погружение. А мы ловим сама или карпа? Хотя какая разница? Оу! Постой пока тут. Что это? Новое украшение? Не похоже. Это же вывоз мусора. Ха, забирайте. Спасибо огромное. Ого, да там целая акула. Вытягивай ее, скорее. Поймал. Оу. Ты просто невыносим. Прости, но тебе идет. Давным-давно в далекой-далекой галактике, где не было русалок, что это? Оу, кажется, мне пора на работу. Ладно, крошка, мне нужно идти. Пока-пока. Привет, крошка. Привет! Взгляните на эту неудачницу. Ой, перестаньте. Королева неудачниц. За что вы так? Прекратите немедленно. Оу. Кто следующий? Бежим отсюда.
так-то. О, моя героиня. Прости, крошка, кажется, это твое. Идем со мной. Трум-трик. Добро пожаловать. О, почта пришла. Надеюсь, это не счета. Вау, ты что, меня удочерила? Спасибо тебе. Правда здорово? И я знаю, чем мы сегодня займемся. Ты ведь хотела стать русалкой, а? Преображение – это мой профиль. Я только за. О, нет. Детка, ты что, до сих пор не дышала? Подожди, я сейчас. Так, нашла. Что же ты молчишь, как рыба? Можешь выдохнуть. О, спасибо. Одну секунду. Кто здесь? Привет, Бетти. Услышал ваш разговор. Решил помочь. Ты как раз вовремя. А теперь за дело. Детка, задержи дыхание. Совсем скоро эта штука тебе не понадобится. У каждой русалки есть жабры, а теперь и у тебя. Так, вдохни. Вау, ничего себе. Фу. Давай начнем наше превращение. Подожди, мне прислали видео. Какая глупая рыбка. Что? Так, так, так. И кто теперь у нас глупый? А? Никто. Тогда удали комментарий. Как она меня нашла? Прошу, только не трогай меня. Я пошутила. Спасите. Оторвалась. О, нет, она идет за мной. Тебя от меня не скрыться. Помогите кто-нибудь. Ты чего? Тебе так сложно смыть или что? Фу, я думала, она уже не уйдет. Бетти, ты сделаешь мне красивую прическу. Смотри, это тоже есть в списке. Конечно, крошка, присаживайся. У моего друга просто золотые клешни. О, у меня новый посетитель. Кое-кто мечтает стать русалочкой. Да, конечно. Думаю, они поладят. Тогда доверься мне. Все будет сделано по первому разряду. Я стриг Ариэль и даже самого Посейдона. Какие прически популярны в королевстве? Краби, можешь сделать так же? Конечно, крошка, никаких проблем. О, что это? О, вы уже закончили. А тебе идет? Намного лучше, чем было. Я уже не так похожа на заучку. Совсем скоро меня будет не узнать. Да. О, дорогая, только не дергайся. О, как тебя угораздило. Я конфискую вас ребенка. Он пойдет со мной. Ребята, помогите мне освободить малышку. Поставьте лайк, и тогда сети порвутся. Скорее, я вас очень прошу. О, да, получилось. Это невозможно. Спасибо вам огромное. Вы спасли малышку. Мамочка, мы снова вместе? Вам это просто так с плавников не сойдет. Объявляю охоту на эту девчонку. Оу, это мамин альбом. Посмотрим, что там. Тут одни русалки. Мама обрадуется, если я сделаю ей аппликацию. Фух, вроде все. Идет. О, нет! Какой кошмар! Мои одноклассницы! Кто сделал это с вами? Что за похититель хвостов, а? Кто это? Момент! Ничего, у меня есть идея. Хвосты, жемчужины, фоамиран и обруч. Немного фантазии и диковинных узоров. Если все это соединить, может получиться нечто очень красивое. Трум-трик. И морская картина готова. Как же здорово. Малышка, ты тут? У меня сюрприз для тебя. Примерь. Вау, теперь мои волосы украшают настоящие волны. Спасибо, вышло очень здорово.
Оу, и откуда в этом ребенке столько энергии? Просто невозможно. Подойди ко мне. Уже иду, мамочка. Опс. Эй, так нельзя. Ну а что мне оставалось делать? Поиграть со мной. Ладно, хочешь сыграть в хоккей? Мы можем это устроить. Как видишь, клюшки у нас уже есть. Осталось их раскрасить. Чем больше цветов, тем лучше. Вот такая красота. Держи. Сделаем каток для игры. В форму наливаем воду. Ставим центр и ворота. Трум-трик. Поле замерзло. Можем начинать. Скрестим клюшки, малышка. Готовься к поражению. Я не сдамся. Получай. Я и не думала, что это так весело. Если ты разогрелась, то давай продолжим. Пощады не будет. О, нет! Мой глаз! О! Ты как терминатор. О, и в кого ты такая? Отдыхай, моя дорогая. Уходи, пожалуйста. Наверное, ей снится кошмар. А ну, брысь. Не бойся, все хорошо, я рядом. Ребята, а вам снятся страшные сны? Напишите в комментариях, какой был самый страшный. Спасибо. Эй, ты слышала? Это что, наш краб? А как это возможно? Не знаю. О, нет, только не это. Нельзя останавливаться на полпути. Пора заняться макияжем. Думаю, мамочка будет не против. Используем ее для испытаний. Нашла! Сперва нужно перекрасить губы. Здорово! Немного пудры. А теперь испытаю косметику и на себе. Как круто! Добавим теней. Я неотразима. Крошка, ты взяла косметику, но забыла про мой скилл. Давай помогу. Нужны еще реснички и стрелки-плавнички. Супер, теперь добавим объема. Трум-трик. Спасибо, мама. Я стала еще больше похожей на тебя. Подожди, ты же хочешь красивые чешуйки? Я сделаю их тебе с помощью трафарета. Вот мы и закончили. Тебе очень пойдут русальи сережки. Вау, я уверена, что ни у кого таких нет. Давай уберем этот броский тон. Сделаем его чуть нежнее. Да, я тебя обниму. Мама, настоящий мастер-визажист. Видели, какая я теперь морская звездочка? Надеюсь, мама любит пранки так же, как их люблю я. Вот все и готово. Да-да, а еще ракушки. Приятного аппетита! Стой! Эта пена не для пранков. А для чего? Шутница ты моя. Сейчас покажу. Нам понадобится краситель. Капаем над тарелкой. Смешиваем все лопаткой. Растягиваем паутинку от центра к краям. Только взгляни, какая красота! Теперь перенесем один рисунок на другой. Трум-трик! Как тебе такой эффект? Тай-дай пена украсит что угодно! О, вау, как красиво! Они будут прекрасно смотреться на зеркале. Детка, нет! Что делаешь, а? Упс, тарелка такая скользкая. В этом сезоне ничего интересного. Интересно, как мама относится к пирсингу, а? Жух! Ого, джекпот! А? А?
как же больно! О-оу, кажется, у меня проблемы. Смотри, я почистила старую чешую. О, умница, дочка. Только больше так не делай, это очень неприятно. И раз у тебя есть чешуйки, давай украсим ими новый топ. Давно пора сменить свой наряд. Это будет просто невероятно. Теперь ты будешь как настоящая русалка. Вау, мама, как красиво! Спасибо тебе огромное! Это просто блестяще! Моя мама такая крутая мастерица! А как вам, нравится? Ты обещала! Я тоже хочу хвост, пожалуйста! Думаешь, тебе уже пора? Я-то со своим родилась, но твое можно сделать с помощью магии. Приготовься! Трон-трик! Нет! А как тебе этот? А, тоже не то. Ладно, соберем все силы. Трон-трик! Получилось! Ура! Он еще красивее, чем твой. Я такое хотела. Для тебя все самое лучшее. Мама, я морской ангел. Смотри, как плыву. О, ну ты даешь. Это очень забавно. Думаешь, я не поплыву? Смотри и учись. Мой хвост круче пропеллера. Ого! И вправду морской ангел. Теперь ты настоящая принцесса-русалка. Я так горжусь. Нам осталась лишь чешуя. Конечно, мамочка. Отлично. О нет, Урсула! Здравствуй, Бетти. Я пришла за ребенком. Нет, только не она! Слишком поздно. Нет! Теперь я твоя мамочка. Пошли. Что это было? Что со мной? О, малышка. О! Полезай немедленно. Я сказала сейчас же. Ну ладно. Нет, моя малышка. Я должна спасти тебя. Ставлю этому аквапарку 3 из 5. Приветики. Бьюти-тюрьма, рай для русалок и наказание для ботанж. Тебе все ясно? Привыкай. Активировать мастер-замок. Тебе не сбежать. Да что сегодня за день такой? Почему мне так не везет? Ух ты, что это? Ну, раз я попала в тюрьму, самое время сделать татуировку. Надеюсь, она временная, как и мое пребывание здесь. Теперь воспользуемся машинкой. Получилось. Я в 100 раз красивее, но все еще не русалка. Как жаль. Пазлы – отличный способ скоротать время. А где уголок? Нашла. А этого я раньше не видела. Похоже на пиратский клад. Тук-тук, есть кто? Ого! Вау, я нашла сокровище. А где золото? Тут только бьюти-гаджеты. Для тебя это и есть золото. Это ключ к свободе. О, спасибо, Себастьян. Что это у тебя? Посмотрим. Я поняла. Это план, как стать русалкой. Точно. Я знаю, с чего начать. Она умная. Ну что же, пора куколке превратиться в бабочку. А где Меган? У кого-то сел аккумулятор. На чем я остановилась? Сначала я избавлюсь от прыщей, у русалок же всегда увлажненная кожа. Себастьян, кажется, помогает. А теперь смоем с себя ботанство. Что? В рекламе не врали, удалилось 99% прыщей. О, как же ты меня напугал! Ты ведь можешь все замаскировать! О, точно! В шкатулке что-то найдется! Ты был прав, Себастьян! Обожаю боди-арт! Надеюсь, все сработает! Вот теперь готово. Пора снять пробу. Получилось. Круто. Такая красотка. Из-за этих железяк я даже выговорить это не могу. А ну вылезайте. Помогите. Ну что же, какой мой следующий шаг? Ага, Меган все еще заряжается. Это точно мой шанс. Нельзя его упускать. Думаю, я хакну эту систему. Ой, кажется, сервер упал. Нужно все исправить. Ребята, привет. Вы сможете мне помочь? Напишите, пожалуйста, где запчасти от замка. Иначе Меган никогда меня не выпустит. Я очень на вас надеюсь. Спасибо большое. Упс.
Что? Такой сон испортили. Ладно, время кормежки. Батанша! Понравилось видео? Ставьте лайк, напишите комментарий и жмите колокольчик, чтобы мы в него позвонили, когда выйдет новое видео.